Вот гляди. Просто вон идет она. Спрашивает, по березам лазит. Но надо учитывать, что высыпайте, что есть у вас. Много, мало, что высыпаете? Высыпайте. Да подожди. А зачем высыпать? Иди. Я понесу. Высыпайте. Давайте в одно ведро высыплем. Так, ко мне, высыпайте ко мне. Давай. Все. Я понесу. Вот сюда. Здесь деревья уже старые. Посмотрите, какие вы ведра. Молодцы, представляете? Да. Все высыпали? Представляете? Вот, снимаю. Вот. Так, Машенька, молодец. Почти два ведра. Вот, видишь, какие мы молодцы. Полтора ведра. Полтора, да. Вот эти две березы, вот это вот. Вот. И вот это. У них очень мощные нижние сучки. И дальше. И дети тут как гирлянды висели. Лазили. По обеим. Вот там ветка спускается, они по ней ногами, там как обезьяны лезут. И вот здесь вот тоже. Видите, лазили по ним. Оказывается, смотри, была пурга, это ветер. Это отловило. Вот отсюда видать. Видите, какой сучок? Да не один сучок, а который он один-то раздвоился. Он тяжести не выдержал. И вот если бы туда лазили, а они лазили везде, представь, они бы грохнулись на пол. Значит, это отменить. Береза старая, и поэтому сучки не ломкие, ее не разломать. Но вот видишь, она не выдержала. А тем более тяжесть людей. Так что больше никогда не проситесь на березу. Я на себя уже это не возьму. Видишь, какая капа. Капа — это вот этот народ. Там осторожнее, он что-то это. Не капа, это какое-то, вот. Его срезают, и из него такие делают чудные поделки. Там древесина вот так вот. Вот мы. Руку не суй, то никогда туда. Там что угодно можно. Береза еще развалилась, смотри. Да. И вот впереди тоже. И вот сюда. Нестор, приведи мой этот велосипед. Так, что побежал? За велосипедом. А? За моим велосипедом. Так, кружки все покажите. У кого? Я уходит за Нестора. Давайте сюда. Страшки, а то вы потеряете. Смотри, хватит. Пусть ставят, пусть я покажу. Я говорю, выпадут. Я говорю, хватит. Все. Почему ты спорешь такая? Выпадут. Все, простите, пожалуйста. Подумай, не несите вы. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, семь деревьев повреждено. Одни березы, вон она сухая, видно, покушки-то. Да. А как повреждены-то они, Игнатий? А? Чем повреждены-то они? Сломались. Буря была. А, буря была. И она показала, молодые деревья-то стоят, им нужды нет, а старые отломили сучки. Ветер сильный был. Ветром поломало, да? Да. Ну вот когда шифер у нас сорвало, у Никиты с дома. Такой был ветер. Все, Донецка. Есть не умеешь. Умею. Интересно, как лагерь закрыли, и сразу все начало вокруг рушиться. 45 лет этого не было. 45 лет я веду лагерь. Вон какие огромные. Здесь у нас качели были настоящие. Там качели ты не поставишь, за нами следили. А мы в лесу все устраивали. И они нас не находили никогда. Мы только уезжали, КГБ приезжало щупами землю, все мы сожгли старую обувь, закопали, все раскопали. Ну и все, Володя, хватит. Да не знаю, КГБ стоял. Проходи.